На тестовый добавили Святого Рыцаря Сильвану, сильная переработка Ван-Ван. Фаша тоже получила серьезные изменения. В ранге будет получать больше защитных очков. Мур, привет, друг, это Зверько и новостной выпуск 1.4.22. На тестовый добавили Святого Рыцаря Сильвану. Обзор у меня на канале. Разработчики напоминают, что с 17 октября уже доступен облик на Чан-Э, цветочный эльф, за 749 алмазов. Также напоминают, что 22 октября выйдет модный облик на Франко, кошмар полей, за 749 алмазов. Ну и настало время нового спонсора. Устал от натяжных побед и нелепых сливов? Отдохни в Raid: Shadow Legends. Это наиболее красивая и амбициозная РПГ 2019 года. В ней есть фишки, которые ждешь от достойной РПГ. Сильная сюжетная история, отличная 3D графика, красочные и четко проработанные боссы. Кроме того, игра абсолютно бесплатная. В нее уже играют более 10 миллионов игроков по всему миру. У тебя будет богатый выбор, кем играть, ведь в игре более 400 чемпионов, каждого из которых ты можешь кастомизировать по сборкам и талантам. Уже открыли долгожданный режим «Войны фракций». Также вас ждет потрясающая программа вознаграждений для новых игроков, где вы будете получать ежедневный бонус в течение первых 90 дней игры. Так что прямо сейчас переходи в описание под видео, качай рейд только по моим ссылкам и получишь 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Удачи, я жду тебя в рейде! Изменения героев. Сильная переработка Ван-Ван. Изменили расположение значков вокруг персонажа. 3 перед Ван-Ван и 1 сзади. Попадание по значку наносит чистый урон от 2,5% вражеского хп и исцеляет хвостатую китаянку. Что-то вроде ослабленной версии бесконечной битвы. Когда она снимет все слабые места, цель замедляется на 60% на 1 секунду. После убийства или помощи в убийстве Ван-Ван получает баф на 3 секунды, ускоряя свою скорость атаки на 40%. Будет очень удобно использовать это в массовых замесах. Первый навык. Когда кунаи возвращаются к Ван-Ван, поразив дважды противника, накладывается стан. Стан недолгий, но можно сделать это массово. Ульта. Теперь при использовании ульты Ван-Ван будет невидимо, но пока это реализовано как неуязвимость. Скорее всего, баг и исправят. Кроме того, убивая цель ультой, она переключается на другую цель самостоятельно. Убрали финальный крит выстрела из ульты. А я считаю, отличное изменение. Теперь Ван-Ван внушает, особенно неуязвимостью в ульте. Фаша тоже получила серьезные изменения. Первый навык. Перезарядка изменена с 11,7 на 8,6 секунд. Теперь другие навыки Фаши будут оглушать отмеченную цель на 1 секунду. До этого было обездвиживание. Изменена логика навыка, теперь легче попасть во врага. Второй навык. Урон увеличен на 50 для всех уровней. Бонус магической атаки увеличен со 160 на 180%. А фактический радиус действия совпадает с отображаемым. Ульта. Удар с воздуха. Оптимизировали интервалы между ударами, добавили небольшой перерыв. Теперь навык можно использовать 4 раза. Бонус магической атаки изменен с 160 на 180%. Пассивка. Скорость передвижения увеличена с 20% на 30%. Добавлена иконка, показывающая перезарядку пассивки. Из Фаши, на мой взгляд, вырисовывают что-то интересное. Отличная подвижность и сумма урона со всех навыков около 11 тысяч. Исправлена ошибка отображения Фаши, если она была убита после воскрешения Фарамисом. Маша. Первый навык. Уменьшили бонус к урону от ХП противника. Минус 0,5% на всех уровнях. Ульта. Увеличили перезарядку на 6 секунд для всех уровней. Уменьшили урон по крипам и мобам с крита. У многих возникает вопрос, почему же нерфят Машу? Сейчас объясню. СНГ комьюнити не умеют в тактику сплит-пуша, где 4 игрока завязывают осторожный бой или чем-то занимают противника, а Маша в кратчайшие сроки сносит линию. Даже мифы с процентом побед 51-53 успешно начинают фидить и винить Машу в своих же смертях, лишь потому, что не хватает то ли опыта, то ли мозгов увидеть эту тактику и реализовать. В Европе и Азии успешно используют тактику сплитпуша. Без обид, ребят, но это факт. Наши гоняются за киллами вместо выигрыша боя. Дальше. Бакси. Второй навык. Увеличили магический бонус с 80 до 120. А вот в ульте уменьшили магический бонус с 50 до 30%. Жаль, мне очень нравилось зажаривать противника. Теперь это будет сделать сложнее. Иксборг. Ульта. Уменьшили задержку перед повторным использованием ульты для взрыва. Селена. Вернули возможность использовать прибытие к ее ловушкам. Лолита. Изменили визуализацию ульты Лолиты противника, чтобы было легче отличить врага. Фанни. Исправили проблему отображения удара торнадо и спецэффектов обликов. Ханза. Исправили проблему отображения кровавого демона на миникарте. Мартис. Исправили баг с нулевой маной. Роджер, Джонсон и Москов оптимизировали эффекты. В дополнительных навыках исцеление. Когда несколько игроков используют исцеление одновременно, они могут получить экстра исцеление один раз. Я редко бываю в режиме боя и не вдавался, что за экстра исцеление. Главное, пофиксили проблему, когда начинали тормозить устройство при использовании исцеления. В настройках появился выбор автонаведения на тех, у кого наименьшее хп в процентном значении. Мне на некоторых героях как раз этой настройки и не хватало. МВП проигравшей команды в ранге будет получать больше защитных очков, это хорошо. Оптимизировали пик в ранге, можно сразу показать желаемую линию. Теперь процент побед можно не показывать, когда желаете выбрать героя при пике героев. Когда игроки предлагают забанить героев, тот, кто выбирает, может нажать на уведомление и заблокировать предложенного героя. Удобно. А на этом все. Подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. Пиши свои впечатления об обнове в комментариях. И увидимся в следующем видео. Удачи, друг! Смерть,